Итак, могу рассказать про Октавию. Меня зовут Владислав. Получается, Октавия 12-го года. Владею ей с 20-го года уже на протяжении 3 лет. За это время поменял головное устройство, поставил мультируль, MaxiDot, поигрался немного с подвеской, поставил полностью винты фирмы Татехник. На зиму пока на данный момент перешел полностью под весь оригинал в сток. На данный момент мы меняем выхлоп, делаем намного громче, ставим заслонку, убираем банку и будем сейчас слушать, насколько хорошо она получится, потому что до этого с банкой она вообще никак не звучала, а звука хочется больше. Выхлоп хочется поставить из-за того, что ездили по М11. Очень хорошо стрелку укладывают, несмотря на то, что пробег у машины 97 тысяч на данный момент. Особого масложора нету. ТО производится в интервале 5-7 тысяч. 220 она проезжает спокойно на полном стоке, на полном оригинале, без прошивки, либо еще чего-то. Но есть желание сделать первый стейдж и посмотреть летом конкретно по М11, как будет красиво она ехать и зажимать до конца стрелку. По поводу света, я сказал, сделали LED-фары, которые светят на данный момент более чем приятно. Вместе с противотуманками тоже поставили светодиоды. Получается, сделали полный окрас машины. По сути, есть теперь 2 комплекта колес зимы и лета, и вместе с ними идет подвеска. Очень часто смотрел вас в WhatsApp, переписывался, узнавал, что можно сделать. В YouTube смотрел очень много роликов, перейдя от VPN Инстаграма. Ролики пушка, вот так бы я сказал. Все машины, которые сделаны, по мне, так они приобретают смысл от того, как ты ей владеешь. Она тебе дарит эмоции изо дня в день и каждый день. И ты на ней едешь, наслаждаешься, и когда хочешь чуть себе настроение после работы поднять, включаешь ультравыхлоп и поехал со звуком до дома. Большое спасибо. Сейчас на данный момент мы видим автомобиль, как он только вышел из техцентра. Сейчас мы послушаем звук после удаления банки. С банкой мы уже слышали, как она звучала. Сейчас будет без банки. Итак, внимание. То самое, что мы и ожидали. Теперь. Машина стала Это самое интересное теперь, что есть в этом автомобиле, его звук и адреналин, который он будет давать, когда ты будешь передвигаться по Москве и по городам России. Спасибо вам большое. Погода нарушает ваши мысли. Слышь, Тарас, это как с бананом тогда. Приехали.